нас трамвай российский не подходит. Мы в советское время у нас используем чехословацкий трамвай. Вот опять же, когда старейший кинотеатр «Скала», его открывала Марлен Дитрих, между прочим. В этом кинотеатре есть очень забавный такой памятник Вуди Аллену. А почему, знаете, Вуди Аллену, а не, скажем, ни Камеруну, ни Рязанову? И почему же? Ну, вы знаете, что Вуди Аллен – это не настоящая фамилия. Ну, да. А знаете, как настоящая фамилия? Нет. Вот если бы знали, вы бы догадались, почему? Настоящая фамилия Вуди Аллена – Кёнигсберг. Надо же. Вот эту шутку тут обыграли. Если вам мало тех рецептов, пожалуйста. Под новогоднюю елочку ложили такую свинью, и у немцев это считалось в порядке вещей подложить свинью. У нас это интерпретируется по-другому. Вы уже знали, да, вот что видите, вот это второе бальное кольцо. Эта принцесса, когда уже была у нас, она украшала елку тоже марципаном, потому что марципан, во-первых, очень пластичен. Видите, вот это же с марципана сделано все вот эти вот. Обалдеть. Это чистый марципан, да. В Бранденбургских воротах находится вот такой каземат, и вот эти по проекту немецкого инженера вот эти шесть кирпичей, если выбивались, то здание рушилось в течение 6 минут, и затем врагу доставались одни руины. Все из чистого марципана. Шикарно, да, выглядит? Дом советов из марципана. История вот нашего края, она тесно переплетена с историей России. Даже вот я вот, смотрите, помните, я вам говорил о том, когда вот герцог Альбрехт даже пришел к власти, и когда он получил это государство, да, он создал, как говорится, светское государство вместо вот этого духовно-религиозного, он поменял религию, но он был зависим от Польши, то есть он, это было ленным государством. Его дядюшка, вот этот Хигизмунд, как бы дал ему добро, но все равно ты подчиняешься мне. А герцогу хотелось независимости. И вот опять же, посмотрите, вот видите, были вы кто... Кронштадте. Да. Да, вот посмотрите, да, видите, вот как выглядела раньше эта крепость, которая. Жемчуг, изумруд, рубин. Почему? Смотрите, я вам говорил о том, что Кёнигсберг состоял из крепости и, как говорится, трех городов. Альштадт, Либениф, Кнайпл. Каждый город имел свой герб, каждый герб имел свой цвет. Альштадт имел такой красный фон, значит, рубин. Значит, Либениф, у них был такой голубой фон, а на нем были жемчужные звезды, жемчуг. Кнайпл был такой зеленый фон, и на нем рука Такара из реки выходила с короны. Значит, это Кнайпл. Железнодорожный мост и вот такой дзот для охраны этого моста. И это все музей Мирового океана. Сюда ставят этот корабль, видите, на ремонт. И что? Никому дело не делать. Ну, а точнее. 762 метра. И вот так вот посмотрели, вот 11 тысяч. А мы с вами выезжаем на этот Малинау район. Почему, конечно, давайте я о нем немного расскажу. Дело в том, что я говорил, что это была окраина города, уже даже конец его. И вот в конце 19 века был такой землевладелец, который приобретает здесь земельный участок. В честь своей жены Амали, называет его Малинау. И вот он обращается к тогдашним ведущему архитектору Кёнигсбергу Хайтману, чтобы он придумал такую концепцию застройки вот для обеспеченных вот немцев, чтобы тут как-то они покупали недвижимость. И
Сталин предлагает такую идею города-сада. Он считал тогда, что все-таки зелени неизмерка не хватает, хотя вы видите, Калининград все-таки достаточно зеленый город. И вот он именно здесь предлагает реализовать такую вот идею, чтобы строились виллы высотой не выше 2 этажей с мансардой, чтобы они находились на расстоянии не более... не менее 30, не более 35 метров. И что самое главное, и чтобы они уличным светом, вот одна из таких, видите, вот мы осматриваем. И что самое основное, конечно, чтобы, как говорится, что помимо вот этих главных магистралей были вот такие карманы. Вот я в один из таких карманов заезжаю, и эти карманы становятся дополнительными скверами с одной и с другой стороны, увеличивая количество зеленых насаждений. Березки там. Вот у нас так и по всей этой улице, и оно будет дальше так. Вот одна из таких вилла Шмидта, да, вот известного промышленника здесь. Вот. С той стороны точно такая же вилла. Сейчас это, как говорится, гостиничный дом Министерства обороны. Кстати, вот здесь это тоже, как говорится, уже бомбоубежище. Это вообще немцам сделано перед войной. Очень красивое сейчас здание, от которого сейчас стоят. Вот посмотрите, это вилла. Кстати, ее в прошлом, ну уже теперь в прошлом году приобрел Лукойл за 250 миллионов. Вот это да, да. Видите, ну вообще необычно, из белого клинкерного кирпича, с такими, как говорится, маскаронами в египетском стиле сделанной, да, вот, как говорится, вот. 250 миллионов не так уж и дорого для такого дома. Ну да, ну вот начинался, я знаю, был торг с 60-50, его за 250 его продали. За рубли вы имеете в виду? Да, да, рубли. Ну вот, видите, и также вот это вот, к сожалению, до конца проект не удалось реализовать, потому что началась Первая мировая война. А после Первой мировой войны, если вы помните, уже была страшная инфляция в Германии, которая за 1000% переваривала, богатых людей не было, поэтому вначале проект не остановили, а потом уже достраивали не такими богатыми виллами, а уже, как говорится, ну, такими жилыми многофункциональными. Кроме того, да, уже в этот период меняется стиль, был вот этот виллы стиль, это так называемый немецкий модель. А теперь же Баухаус. Это больше такой конструктивизм, да? И, кстати, в Калининграде много зданий в этом стиле. Баухаус еще